Тёлка, тёлка, корова, корова, бичок. Тёлка вторым отёлом будут. Привезённые с Ростова привозил. Что? Вот они. Это корова наша большая. Снежок с мамой. Такой красавчик растет, машалла. Вот мама сейчас тоже в феврале должна телиться. Мама Снежка должна телиться в феврале. Вот эта тёлка вторым отёлом должна телиться в феврале. Эта тёлка должна телиться в феврале. Они все втроем осемененные искусственным осеменением американским Шароле. Это покрыто бычком, должна телиться май-июнь. Вот такие вот у нас коровки. Вот такой вот хвост. У него хвост шире, чем моя рука. Вот так вот.